обшивка вагонкой. Вагонка крепится скобами из нержавеющей стали при помощи электрического аппарата для забивания скоб. Вагонка не должна доходить до пола, она должна быть приподнята на 10 см от пола. В противном случае вагонка будет препятствовать циркуляции воздуха и начнет гнить. Вагонка в бане может быть установлена как вертикально, так и горизонтально. Во время монтажа очень важно крепить ее таким образом, чтобы была оставлена возможность свободно расширяться в избежание деформации.